Мокрый снег, дожди и шторм. Заметное похолодание ожидается в северной, центральной и восточной частях республики в ближайшие дни. Синоптики предупреждают, что, возможно, столбик термометра опустится до 3 градусов ниже нуля. Порадует погода только жителей запада и юга страны. По сообщениям метеорологов, кратковременное изменение климата связано с атмосферным фронтом, который придет со стороны Карского моря, окраины Северного Ледовитого океана. Правда, холода в регионах надолго не задержатся. К концу недели снова будет солнечно на большей части Казахстана. Потеплеет до 20 градусов. В центральных и восточных регионах нашей страны наблюдались осадки, дождь со снегом и также заморозки. И эти холода воздушного массы с районов Карского моря вновь придут к нам в предстоящие трое суток. Но, однако, с 14 сентября у нас будет наблюдаться повышение температуры. Но так как у нас сейчас осенний период, для нас характерно неустойчивый характер погоды, в связи с чем у нас будет наблюдаться как и повышение температуры, так и понижение. И до наступления зимы такие вот скачки температуры для наших регионов вполне нормальны и не считаются аномальными.